Доброго времени суток, мои дорогие зрители, подписчики, девочки и мальчики. С вами канал Life Второй Надежды. Сегодня у меня на столе классическая колода, называется Радиан Души, Райдер Уэй. Мы сегодня посмотрим события, которые случатся со дня на день. Что важно знать уже сейчас. Расклад для вас, поэтому вам нужно загадать себя. Не забывайте сделать себе комплимент, похвалить себя. И не забудьте поставить лайк данному видео и написать комментарий. Итак, что случится со дня на день? Что важно знать? Итак, для кого расклад? Для человека, у которого есть сильная зависимость, от которой невозможно избавиться. Это любовная зависимость. Это зависимость от человека. От человека, который поступил подло, предал. Человек, который буквально здесь вот нож в спину. Состояние сейчас сложное, тяжелое. Хочется выпутаться, хочется поддержки, хочется понимания. Кто-то скажет, я хочу отвлечься на кого-то другого, на что-то другое. Для кого-то вот здесь будут на работу, на свои занятия. Для кого-то я хочу вот быстро другие отношения, чтобы забыться. Что сейчас правильно, как поступить, вы не знаете, как выпутаться, какой дорогой пойти. Здесь много у вас сомнений, много такого, знаете, вот внутреннего диалога. Здесь сейчас внутренняя борьба между разумом и сердцем. Два меча – это всегда два пути, две линии, по которой вы можете пойти. Но это линии обе сложные, нету конкретного решения. Есть два варианта, но для вас ни один, ни второй не является идеальным. Опять же, да, на что отвлечься? Или если я сейчас брошу этого человека, я не буду с ним разговаривать, я не буду с ним общаться, что меня ждет? Может быть, лучше подождать? Или все-таки, может быть, лучше сейчас все закончить? Если подождать, то что будет? Пожалею, не пожалею? А если закончить? Буду ли я счастлива, либо я буду жалеть, что не подождала. Много здесь таких вот сомнений, много рассуждений. Отсюда и тяжелое внутреннее состояние. Вообще здесь в целом показана усталость от происходящего. И такое, знаете, вот разочарование от того, что неожиданно и очень-очень больно. Что вы должны знать об этой ситуации уже сейчас? Как бы то ни было, эта ситуация закончится, причем закончится с пользой для вас. Здесь даже будет повод отметить, повод порадоваться. Кстати, для кого-то здесь ситуация закончится примирением с этим человеком. И опять же, здесь без сожалений примирение, знаете, такое вот доброе, хорошее и с правильными выводами. Я не исключаю того момента, что здесь человек, вот, с которым произошла неприятная ситуация, все поймет, все осознает, извинится. Но так как правосудие всегда карта говорит или-или, здесь может все закончиться вторым сценарием, что вы заканчиваете эти отношения или принимаете для себя решение. Я их заканчиваю и, опять же, вот ни секундочки об этом не жалеете. Так что здесь на будущее, да, на будущее так и сяк, здесь исход абсолютно положительный для вас. Больше здесь все-таки будет тех, кто от этих отношений уйдет к новым берегам. Но также здесь будет часть тех людей, у которых все будет здорово и хорошо. Примирение, кстати, что если это семейная ситуация, то с этим человеком продолжение семьи и брак только окрепнет. А если вы планировали с этим человеком семью и брак, то опять же здесь заключение брака. Но смотрите здесь какой тонкий момент. Как бы здесь ни повернулась ситуация, для вас это в любом случае будет на благо. И если не с этим человеком, то с другим. Потому что вы здесь абсолютно счастливы. Вы здесь выигрыши. И эта ситуация для вас идет с абсолютно положительным итогом. Как-то камера сильно сфокусировалась. Вот так вот. Кармический урок будет пройден для тех, кто его сейчас проходит. Поэтому я здесь поздравляю. Здесь то безумие,
как может показаться на первый момент, оно закончится с радостным результатом для вас. Хорошо. А что случится со дня на день, помимо этой ситуации? А посмотрите, здесь какое-то новое предложение, новая идея или новое знакомство. Сейчас, подождите. Здесь радость пришла, откуда не ждали. Причем, знаете, ситуация, которая однажды не реализовалась, возможности. Не знаю, может быть, та работа, на которую вы мечтали, вам отказали, а тут раз, и вы находите либо аналогичную, либо вам позвонили. Человек, на которого вы возлагали надежды, опять же, вместе поработать, посотрудничать, еще что-то, который вам отказал, а тут раз, и сам выходит с вами на связь. Здесь может быть человек, с которым давно не общались и как будто бы уже все вы расстались навсегда. Если вы спросите, может ли быть это продолжение вот этой истории, я хочу сказать, да, может быть. Поэтому я говорю, здесь частично вот для некоторых здесь отыграется, что здесь полное примирение и такое, знаете, вот согласие. Вы довольны друг другом, вы довольны тем, что вы все-таки решили быть вместе. Для тех, кто с этим человеком уходит разными дорогами, здесь, опять же, видите, здесь без бонусов не обходится. Всегда кармические уроки, когда заканчиваются, и заканчиваются с правильным результатом. Здесь нам всегда новые предложения, новые дороги, новые подарки судьбы. Без подарков судьбы здесь вы в любом случае не останетесь, конечно же. И поэтому здесь со дня на день здесь радостные события вас ждут. А вы посмотрите, карта солнышка. Здесь, наверное, не хочется дальше, ну, как-то размазывать данный расклад, потому что события, вот буквально, и карта дурака, и карта туза жезлов всегда говорят, что это быстро, это неожиданно, это событие, которое легкое, радостное, беззаботное, то, что казалось, уже не продолжится. Поэтому я говорю, здесь, может быть, люди, да, или человек, либо ситуация, на которую, ну, вы уже и не надеялись, вот просто новый шанс вам дается. То, что будет настроение прекрасное, это факт, то, что, знаете, вот даже как-то повод отметить у вас здесь будет. И это будет по-настоящему, это не та новая иллюзия, или, знаете, как бывает, проверки от высших сил. А точно ли вы прошли свой кармический урок? А не хотите ли вы попробовать вернуться назад, да, вот как некая проверка, затянуть вас снова, а вдруг вы не до конца все узнали? Нет, здесь все по-настоящему, это реально идет бонус за все ваши страдания, за все ваши мучения. Давайте посмотрим, как продолжение дано. Ну, здесь посмотрите, вот здесь полное счастье, причем на долгое время. Тот, кто ждет финансы придут. Тот, кто ждет семью, семья получится. Тот, кто ждет удачное завершение тех ситуаций, которые сейчас волнуют, они удачно завершатся, и спокойствие здесь наступит на долгое время. И причем здесь не стоит переживать, что, ну, вот какие-то, опять же, потрясения, либо неприятные ситуации здесь будут возвращаться. Здесь завершение цикла, и вы здесь выходите, видите, здесь карта маг, здесь полная победа. И то ли опыт вы уже получили такой колоссальный, то ли действительно правильные выводы сделали. Вас в дальнейшем, в принципе, будет сложно как-то обмануть и сложно будет провести. На смену слезам, переживаниям приходит благодать, приходит стабильность, приходит успех, подарки, праздник. Работа радует, предложения поступают, знакомства случаются, взаимодействия тоже. Мои хорошие, те, кто ищет для себя новые отношения, поверьте, вы их найдете. И причем здесь отношения такие далеко идущие. Опять же, это все случится в очень короткий период. Буквально со дня на день, ну, может быть, да, здесь события, которые будут затрагивать в ближайший месяц. Потому что все как-то быстро, стремительно. Это уже у вас на пороге. Это уже перемены, которые вот буквально прям вот-вот и должны случиться. Конечно, это все случится для тех, у кого абсолютно точно отыгралась ситуация, а также для тех, кто интуитивно чувствует, что это их расклад.
которые уже неоднократно подтверждали свое видение на многих других раскладах, где вам не важно, ваша сигнификация нет, вы чувствуете вот фрагменты так, это мое так, это мимо меня. Завершается сложный период в вашей жизни. Подведение итогов, получение хороших для себя результатов. Здесь, посмотрите, здесь карта звезды. И когда вы говорите «все», я прошлый период буду вспоминать только, наверное, в каких-то страшных снах. Буду вспоминать и говорить, слава богу, что это закончилось. Хорошее такое вот состояние, стабильность, успех, удача придет к вам на долгое время. Потому что отшельник – это долго всегда. Это сроки, которые, ну, это минимум, что измеряется месяцами. В основном это годы и годами будет длиться. Вот, поэтому здесь даже не стоит оглядываться на время, да, что ну сколько, когда уже ждать. Здесь перемены ждать себя не заставят. И удачу, успех, бонусы. Встречайте бонусы, так хочется сказать. Встречайте бонусы, они уже на вашем пороге, они уже вас ждут, заждались. Так что, мои дорогие, то, что сейчас вас тревожит больше всего, это разрешится самым лучшим образом для вас. Поэтому, если вы объединяетесь с человеком, знайте, что это надолго. Если вы с ним заканчиваете отношения, знайте, что новые отношения, либо новые возможности, они не за горами. Я знаю, что не все хотят из одних отношений сразу прыгать в другое. Кто-то хочет самореализации, кто-то хочет просто спокойствия. Поверьте, это все наступит. Ну, а те, кто ждет все-таки новых отношений, они очень перспективные. Посмотрите, четверка жезлов всегда говорит о радости, о стабильности, о празднике. Вы уже настрадались. Здесь ситуация, судьба ваша говорит, все, хватит. Этот период для тебя закончился, пора выходить на светлую сторону жизни и радоваться любым ее проявлениям. Все, мои хорошие, я надеюсь, что расклад вас понравился, вам понравился, он вас вдохновил, он вам поднял настроение. И не забывайте, пожалуйста, что лайки, комментарии – это будет лучшая благодарность от вас, от аудитории, которая смотрит мои расклады. Здесь вы посмотрите самые безумные мысли человека, которого вы хотели бы посмотреть, о ком вы хотели бы узнать чуть больше. Ну, а я с вами надолго не прощаюсь. До встречи в новых видео. Пока-пока.